Волоколамское шоссе, дом 5. Маршрут построен. Что они бросали вообще? Какие вещи там? Что летело? Нет, зажигалки, мусор какой-то непонятный. С такой ситуацией я столкнулась первый раз. И когда видишь это вживую, конечно, испытываешь страх. Потому что агрессивный народ, толпа, женщины, кричащие, показывающие жест, как мужчины. Хотя чего можно было ждать от болельщиков, если сам тренер Галатасарая задавал тон на площадке? Наставник турецкого клуба атаман Гюнели Гил действительно подавал пример. Патимат Россия. Ждет вас с 5 по 8 апреля в Кропус Экспо. Все для строительства и дизайна интерьера. Впервые одновременно с выставкой мебели в Кропус Экспо. Москва. Бесплатный билет на сайте. Ooh.